Ну что, мои хорошие, всем привет! Сегодня мы с вами едим шаурму, да. Ну, вы знаете, я подумала, а не заказать ли мне 5 разных видов шаурмы? О, я подумала, да, конечно, заказать. Вы знаете, сегодня необычный мукбанг, он предновогодний, я вас всех спешу поздравить. Ох, ребятки, сейчас, подождите. Опа. Я вас всех спешу поздравить с наступающим Новым годом, чтобы в новом году было побольше радостных моментов. Знаете, это самое главное. Так. Сейчас я все сделаю. Опа, оп. Тут, вы знаете, у меня не очень удобная сидушка. Ой, да. Ребят, ну, не судите строго. Как могу, так снимаю. Я безумно голодная. Просто безумно. И королева. Слушайте, она прям посерединке хочет сломаться. Давайте сломаем. И опс. Да. Да. Смотрите, с лучком. Очень вкусно. Просто вау, да? Ну как вам? Как вам этот мукбанг? Новогодний, шаурмичный. Эй! Пьем чаек. Многие хотят, чтобы я пила алкоголь. Ребят, я редко пью алкоголь. Кто подписан на мой телеграм, знает, что я реально редко пью. Посмотрите на это. Вы только на это посмотрите. Это невероятно. Если честно, я считаю, мое скромное мнение, что я, конечно, гениальная мукбангерша. Я снимаю очень вкусно. Да, и... Вот так, ребят, ну все, такая лучшая, ничего не сделаешь. Снимаю на балконе, я хотела на самом деле снимать сегодня на балконе, но на балконе плохой свет все-таки, да, пересветик. Поэтому, хотела снимать на балконе небольшой пересвет. Села сюда, тоже, чтобы меня видно, нужно горбиться, поэтому, ребят, сегодня я горблюсь. Давайте расскажу, что тут у нас. Сейчас. Короче, ребят, слушайте, это не просто. Тут у нас на самом деле одна шаурма, просто шаурма. Остальное это донер кирюм, это, ну вот, шаурма, видимо. 4 кебаб, петатес кебаб, султан кебаб, сарма кебаб. Я не помню, что из этого что, не спрашивайте, ладно? Не спрашивайте. Все, давайте начинать. Это у нас много кебабов. И, честно, я хочу такой кебаб. Самый простой, самый вкусный. Я очень голодная. Это лучший. Скажите, это лучший новогодний стол. Огромные шаурмы. Обалденно. Знаете, лаваш южный. Это что-то интересное. Ой, смотрите. Это тоже кебаб.
То ли он сыром, то ли что. Ребята, топ. Я оставлю вот тут название, вот тут я напишу, вот тут. Если вам интересно, заказывайте у этих ребят, это вкусно. Так нежно. Это в честь Нового года, что ли? Ребят, настроение, честно, у меня такое летнее. Новый год я люблю предвкушение Нового года. Сам Новый год я любила, когда мне было, не знаю, когда я была подростком. Сейчас мне как-то по барабану. Я люблю предвкушение. Это бомба. Это просто бомба. Для меня Новый год — это что-то такое. Новый год, понимаете? Обнуление небольшое такое. Кайф. У нас не было шаурмы на канале 100 лет. Посмотрите на это. Это типа такой бургер. Давайте вот это попробуем. Как-то есть. Вы знаете, мне кажется, я все знаю, как есть. Уже вот я рождена была, зная, как что есть. Блин, это нереально есть. Уже немножко, знаете, ну, постоял, пока я тут то все. Сейчас. Главное, чтобы еще конструкция моя не завалилась. Ребятки, посмотрите. Это говядина. Это говядина, да. Так. Упала в чай. Ну, все равно желудки все смешаются, да? Обалденно тоже. Слушайте, у этого места было не так много отзывов, но это так вкусно. Посмотрите. Все разваливается. Знаете, именно хочется поесть. И снять самый сочный мукбанг в уходящем году. Так скажем, встретить Новый год в компании сочного мукбанга. Ребят, вот вы, наверное, думали, что я здесь буду пить алкоголь, но я не могу пить. Вы знаете, я пью по большим праздникам. Ну, не прям уж, ну, не прям так, да. Я бывает, конечно, пью, но мне ни хреновенько от алкоголя, я не хочу пить, понимаете? У кого так же? Многие наверняка хотели бы, чтобы еще с бокальчиком шампанского. Да, блин, вон, их куча, этих блогеров. Идите смотреть, там все с бокальчиками сидят. Я хочу объесться вкусной едой. Блин, у меня все падает. Смотрите, это мясо, ребята. Это просто вообще что? Я не понимаю, что это. Картошка. Сыр. Это просто... Это просто все на картошке. Боже. Помилуй. Настроение сегодня хорошее. С вами поесть, повидаться. Поздравить всех. Мы, кстати, приехали в Сочи. Слушайте, это охрененная шаурма. Это все реально... Это... Что я вообще рассказываю?
Это охеренная шаурма, честно вам скажу. Это какой-то бургер, типа. Пробуем. Некоторые мне пишут. Катя. У нас... Тихо, тихо. Тихо. У нас входящий год. Так, Чарли. Ребят, у нас входящий год, поэтому разберемся с хейтерами, чтобы нас ничего не тревожило в новом году. Хейтеры, могу сказать, одно. Я кушаю по кайфу. Я именно кушаю, ребята. Я объедаюсь. Я снимаю свои мукбанги. Я делаю, что хочу. Все. Отстаньте. Говорю так. Это очень вкусно. По вкусу, это как вот такое вкусное месиво, знаете? Как, типа, горячий бутерброд, который ты сделала из всего, что было в том холодильнике. Это очень вкусно. Ребята, такое настроение. Их подводить итоги. Какие итоги? Итоги еще рано подводить. В этом году, я не знаю, все было нормально, ну, вроде как. У меня в мире полный пиздец. Ну, и что? Какие тут могут быть итоги? Как бы, знаете, очень я жду, когда все это устаканится, успокоится, и можно будет жизни боясь. Это будет мой Новый год. С этого начинаться. Сейчас пока непонятно. Вот. А так, для меня, вот именно как Новый год, я больше воспринимаю день рождения. Потому что все-таки твой персональный год, год жизни твоей лично. Календарь Новый год. Это классная возможность там встретиться, бухнуть с друзьями, с семьей. Ну... Мы этот Новый год будем отмечать вдвоем. Поездки. Тема. Слушайте. Что я вам советую в этом месте? Все. Вот это было обалденно. Вот это. Знаете, бывает шаурма, ее ешь, и уже не хочется доедать. Как вы поняли, это не тот случай. Давайте вот это еще попробуем, было вкусно. Так что вы, ребят, я вас поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы достали джили. Чтобы горя не знали. И самое главное, чтобы ваши дети вас радовали. Оп! Тра-та-та-ра. Вот я из-за этого люблю Новый год, знаете? Это все такие. Вот, ну, знаете, я сейчас тут. Конечно, мой Новый год остался дома в Москве меня ждать. Потому что там и елка, и все подряд. А тут, конечно, такое. Не сказать даже, что сильно Сочи украшен. Ну, вы же помните?
Нам говорили, что по-скромному в этом году. Вот. Поэтому сильно не празднуем, ребят. Так, потихонечку. Помаленечку. А как вам волшебство? А знаете, что еще хочу? Чтобы, допустим, кто из вас одинок и ищет пару, чтобы вы в новом году ее нашли. И если вы чего-нибудь боитесь, вы это преодолели. Кстати, вы знаете, что я очень боюсь? Как раз я тут нахожусь в Сочи, но... Блин, это просто месиво! Короче, я очень боюсь высоты. Это топ, это просто... Я очень боюсь высоты. И тут же есть этот скай-парк. Но я, мне кажется, никогда не прыгну. Этот страх я не переборю вообще никогда. Знаете, вот, мне бы хотелось не бояться высоты, но я очень боюсь. Даже мне, знаете, что кажется? Если вдруг я прыгну, то, может быть, у меня сердце остановится. Реально, я так боюсь. А иногда я думаю, вот если бы я была ведущей «Орла и Решки», ну, допустим, я люблю мечтать, и что? Смейтесь надо мной, мне пофиг, я люблю мечтать. Вот думаю, если бы я была ведущей «Орла и Решки», мне бы сказали: «Екатерина, прыгни с египетской пирамиды, допустим». Ну, с египетской пирамиды как бы невозможно, да, прыгнуть, не разбившись, но я бы такая, ну, не знаю, не знаю. И по итогу, мне кажется, я бы не прыгнула все равно. Потому что очень боюсь высоты. Очень. Слушайте, это топ. Это лучший мукбанг за всю историю моего канала. По вкусу именно. Это просто бифтейки. Они, по-моему, добавили соус барбекю. Это просто топ. Это просто топ 10. Очень вкусно. А так, ребят, не знаю. Вроде все нормально. Знаете, какая моя мечта, которую я хочу когда-нибудь... А, нельзя говорить про мечты, а то не сбудутся, блин. Уже хотела рассказать. Ну, не буду, да? Не будем гневить. Кого? Не будем гневить веру в приметы. Не будем. Я, кстати, вот смеюсь иногда, что люди там... Знаете, ребенку... сердечком закрывать лицо. Но, если честно, я думаю, что я бы так сама делала. А что? А что? А как? А вот вы как относитесь, кстати? Вы же знаете, что я там рэперша в душе. И мой любимый рэпер русский — это Гуф. И я, естественно, подписана на его жену. И она все время выкладывает лицо. Ой, она все время вкладывает ребенка и закрывает лицо сердечком. Вроде норм, а вроде и нет. Вот, кстати, иностранные блогеры почему-то так не делают. У них что, нет сглаза? Вот на кого иностранных подписано, кто недавно рожал? Реально такого нет. Давайте вот этот еще кусочек. Эту пяточку такую съедим. И все. Съедаем. За вас. Вообще за вас, ребят. Вот этот вкусненький кусочек за каждого из вас. За каждого из вас, моего любимого подписчика. Кто поставил лайк, кто писал комментарий. Кто просто посмотрел это видео, один глазок и выключил, и даже не досмотрел до этого момента. Все равно за тебя, мой хороший друг, человек. Мы все родственники, люди. Мы же все из Африки, да? Родственнички.
наелась. Мы, ребят, сегодня много съели. Все, не буду себя пихать. Вы знаете меня. Да, я заказываю всегда много. Да, все остается. Но я не люблю мукбанги, где один, там, знаете, наборчик роллов лежит и все. Я люблю. Но, может, когда-нибудь перейду в такой формат мини, потому что, ну, реально, столько еды остается, да? Не делаем. Мы сюда едем. Ой, мои хорошие, все. Наелась. Целую вас, обнимаю. Погода у нас хорошая, да. Целую. Всем, кто живет в Сочи, вы счастливчики, хитрожопые. Потому что такая погода у вас, конечно, зимой. Не то, что у нас на северах, да, ребята? У них тут просто вау. Хочу жить в Сочи, хэштег. Хочу жить, как Инна Судакова, хэштег. Все, я наелась. Смотрите, сколько осталось. Та-дам. Выглядит ужасно. Ну и что, это вкусно. Я вас знаю, сейчас рядышком сидели бы тут, подъели. Подшаманили бы. Ну ладно, все. Всех с Новым годом, всех с наступающим, всех с 31-м, с 1-м, со 2-м, с 10-м, с 20-м. Вообще, с каждым днем вашей жизни я вас поздравляю. Вы лучшие. Берегите себя. Любите себя. Подписывайтесь на меня. Переходите в Телеграм. Там уже мой рум-тур. Все, всем пока. С Новым годом! С новым счастьем! Поздравляю вас, друзья! Увидимся в 23-м!